Друзья, всем привет из Кентукки. У нас вот опоссум сегодня прошел. Они еще очень часто на дорогу. Ой, смотрите, он вам лапкой машет. Они очень часто вылезают на дорогу и их машины сбивают. Едешь, когда они вдоль дороги валяются мертвые. Они, на самом деле, в себе очень много болезней могут. Не болезни, а бактерии в себе нести. Что-то он даже не боится, я так близко подошла. Смотрите, какой он. Как в зоопарке у нас тут в Кентукки. Олени приходят. Опоссум по-английски, по-русски, я, честно говоря, не помню, как их называют. Смотрите, гуляет себе и гуляет. Вообще ему все равно. Я вот иду за ним. На крышу чем-то похож. Давай. А у нас тут кошечка, она, короче, любит всех убивать. Смотрите, она в животных смысле. Она его тоже заприметила. Ее охоту все испортили. Как он бросится на меня, съест меня еще, укусит. На крысят. Ой, смотрите, она прям подбежала. Темно, так я даже не могу лучше видео сделать. Вот киса. А вот опоссум. О, мне муж говорит, она тебя это может защитить пытается. Иди ешь его уже, что ты мелкаешь-то. Иди скушай. Что такое, кисунь? Дай мне видео поснимать. Мяукает, что-то мяукает. Смотрите, вообще ему все по барабану. На самом деле светлее, я не знаю, почему так темно, наверное, тень, потому что. Смотрите, какой крысёныш. Привет, малыш. Скажи всем привет из России. Всем привет из Кентукки. Ой, кошечка пришла, смотрите. Вот киса. Why, do you think it's dangerous? Really? Yeah. Муж говорит, он может быть опасно, если как бросит на меня. Ой, кондиционер, я испугалась даже. Ну, а такой реально не очень, что-то как-то дружелюбно на меня смотрит. Смотрите, какой малышок. Голову в мою кусорную вертит. Либо он вам привет передает, либо, не знаю. Что-то мне кажется, он от киса тоже не в восторге. Кисуня что-то как-то это забила на него. Ну ладно, пока, дружище. Вот так вот, друзья. Привет. Живая природа, зоопарк в прямом эфире. Ой, все, ушел, пошел дальше. Ну пока-пока.